Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Итак, ребята, скажу сразу, я решил совместить два ролика в одном, то есть хотел сделать отдельный обзор на балерину, отдельный обзор и видос по скинам на оружие, но решил это все совместить, думаю, вам так будет намного приятнее. Сам видосик вы уже посмотрели, как это все выглядит в игре, а сейчас погнали, посмотрите, как я все это выбивал, а именно новые скины. Приятного просмотра, удачи вам, с вас лайки. И снова всем привет, с вами снова я, Шапка, ребята, вы на моем канале. Не так давно вышли новые скины на оружие. Лутбок Skyline называется. Я его показывал в новостном выпуске. Вот так вот примерно выглядит все оружие. В таком вот лазурном каком-то цвете. Такой очень-очень прикольно. Так вот выглядит вот в руке. И вот так он выглядит на демонстрации. Мне он очень понравился. Вот реально круто, круто выглядит. Давайте пооткрываем немного кейсика. Тут можно выбить на время, на там 2 дня, 3, ну на 3 дня, на 24 часа, 30 дней и так далее. Вот. Давайте пооткрываем тогда. Погнали. Первый пошел. Откроем примерно на 1000. Сразу на 15 дней, ребят. Сразу на 15 дней. На 1000 алмаза примерно откроем. Погнали. Сразу на 15 дней плюс еще 3 дня. Открываем дальше. 24 часа. Открываем дальше. 24 часа. Ну то, что на 15 дней уже выпало, уже круто. Еще 24 часа. 3 дня. Так. 24 часа. Окей, давайте мне на 15 дней хочу еще. Либо на 30 дней. Хочу на 30 дней, это, конечно, мечта, но... 15 дней тоже неплохо. Продолжаем открывать. Так, что-то мне не падает, но более-менее нормально. Но сами скины выглядят очень круто. Плюс они дают, смотрите, плюс 4 к урону, плюс 4 к урону. Это круто. Идем дальше. 3 дня. Мы уже открыли почти половину. 3 дня. 24 часа, неплохо. Ну, пожалуйста, еще хочу до 15 дней, пожалуйста. На 7 дней, ладно, окей. Пожалуйста. 3 дня. 7 дней. Так, 3 дня. 15 дней! 15 дней дробовик. Правда, у меня уже огненный есть дробовик. Как бы неплохо, но... В принципе, норм. Погнали дальше. 3 дня. И открываем. Последний. Последний открываем. Пожалуйста, хочу наш 30 дней. Давай.
3 дня. Вот так вот, в принципе, мы повыбивали новые скины. Давайте посмотрим, как это все выглядит на складе. А оружие, эмочка, надеваем. 12 дней эмка. Дальше, М14. Наша М14. На сколько? На 29 дней. 29 дней М14. Еще на 40 дней вот такая эмочка есть. Неплохо. Так, что дальше? Юмп. Юмп у нас. На 28 дней. 28 дней юмп. И последний это дробовик. 32 дня. Неплохо. Надеваем его, естественно. Вот такое вот открытие кейса получилось. Поставьте, пожалуйста, лайк. Всем ква-ква. И удачи вам. До следующего видео. Всем ква-ква.